Так называемый синдром узкого воротничка. Это касается мужчин, которые могут потерять сознание во время бритья, например. Или утром одеваясь, рубашка, галстук, красивый джентльмен, и вдруг теряет сознание. Это тоже причина, которую нужно найти и устранить. Если вы у себя заметили какие-то неприятные ситуации в жизни или симптомы, я подскажу, что нужно делать. Конечно, с этим нужно обратиться к врачу. Вас должен посмотреть кардиолог или аритмолог. Иногда для того, чтобы найти причину и поставить правильный диагноз, достаточно просто рассказать о том, что случилось. Ну а для подтверждения диагноза могут помочь самые простые методы исследования. Это кардиограмма, УЗИ сердца или суточный монитор работы сердца, Холтер. В некоторых же случаях придется использовать более серьезные методы исследования. Это исследование проводящей системы сердца. В результате проведенного обследования мы поговорим о том, как жить с этим и что можно сделать, чтобы избежать подобных случаев. В некоторых ситуациях достаточно просто знать о проблеме и не провоцировать ее, и лекарственного никакого лечения не требуется. Но бывают случаи, когда нужно лечение, и в некоторых самых тяжелых случаях даже хирургическое лечение, постановка кардиостимулятора. Поэтому, поскольку ситуации бывают очень разные и причин очень много, я советую не решать о своей проблеме самостоятельно, а все-таки посоветоваться с врачом.